На кадрах, которые опубликовали воздушные силы ВСУ, удар по мосту через реку Сеймь в Глушкове Курской области. Один из его пролетов обрушился. Автомобильный мост разрушен, сообщили российские власти Курской области. Авиация воздушных сил принимает активное участие в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также логистическим центрам и путям снабжения противника. Николай Олещук, командующий воздушными силами ВСУ, в Телеграм. Удары наносятся и по мосту в селе Званое. Он расположен менее чем в 10 километрах на юго-восток от Глушкова, пишут Z-военкоры. В силах обороны Украины последствия атак пока не раскрывают. Всего через реку Сеймь в Кореневском районе Курской области есть 3 моста. Если всех их постигнет судьба переправы в Глушкове, некоторые подразделения российской армии останутся отрезанными с севера водной преградой, а с юго-востока и запада украинскими силами. Там 3 моста в этом месте через речку Сеймь. Соответственно, если все три моста будут уничтожены, то в этом случае в оперативном окружении может оказаться, по оценкам российской стороны, до 2500 российских военнослужащих, которые держат оборону в этом районе. Ориентировочная площадь потенциального окружения почти 700 квадратных километров. Заблокированными могут остаться 27 населенных пунктов Курской области. Таким образом, удар по логистической артерии в Глушкове должен упростить силам обороны Украины закрепление на берегу Сейма, отмечают военные аналитики. Подрыв мостов через речку Сейм можно будет закрепиться на южном берегу реки, если закрепляться. Если идти вперед, то там нужно будет искать дальнейшие, скажем так, возможности на местности, где можно будет построить укрепление. Мы там создаем место, такой логистический хаб укрепленный, как минимум для того, чтобы закрепиться, как максимум для того, чтобы перебрасывать новое подкрепление. Чтобы противостоять успешной операции вооруженных сил Украины в Курской области, Россия перебросила несколько тысяч военных со временно оккупированных территорий Украины, пишет издание CNN. Но свои наиболее крупные и боеспособные подразделения под Курск армия страны-агрессора пока не перебрасывает. Оборону там решили укреплять в основном за счет призывников из других регионов России. Многочисленные подразделения размером бригады, которые состоят по меньшей мере из 1000 военнослужащих каждый, кажется, переброшены в Курскую область, откуда Украина начала военные действия. Но это повысило вероятность того, что действия украинских военных будут иметь более значительное стратегическое влияние на поле боя в зависимости от того, как долго Украина сможет удерживать территорию России. Из публикации CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США. По словам американских чиновников, одной из целей украинских военных в Курской области может быть создание так называемой стратегической дилеммы для Путина, чтобы он не знал, куда необходимо направлять войска. Валерия Никипелова для телеканала Freedom.